Эксперт по энергетике Игорь Ушков рассказал, как Украина сможет сохранить транзит газа из России в Европу после завершения строительства Северного потока 2. Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток-2», если это будет экономически обосновано. Немецкое издание Welt отметило, что поставка газа по «Северному потоку-2» будет намного дешевле, чем по украинскому ГТС. Кроме того, скорость поставки будет значительно выше. Немецкая газета отметила, что единственная причина, по которой Европа сдерживается от отказа от украинского транзита, политика. Однако, как сообщает издание, Украине не следует надеяться, нужно готовиться к изменениям. Эксперт отметил, что для сохранения транзита газа через Украину, Киеву необходимо выделить для этого отдельную трубу. Кроме этого, Украина должна предоставить выгодные условия, сообщает «Экономика сегодня». Халява заканчивается. Мир конкурентный. Пожалуйста, конкурируйте, иначе халявы не будет, заявил он. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.